Всем привет! Сегодня мы посмотрим 5-го робота для конкурса «Лучшая постройка». Начинаем. Начинаем смотреть твоего робота. Давай. Я включил моментальную загрузку, чтобы быстрее было. Так, захожу. Что тут? Это твой робот, да? Которого будет? Я вам сказал, прошлого видео изменилось лишь то, что теперь им надо вдвоем управлять. А, это из видео, да, который? Да. А как вдвоем управлять? Ну, тогда я на кресле, а ты тортиком. Ну, один управляет всем, другой просто ходит. Не, тут много кнопок, давай я лучше тут. Ладно, там тортик надо подставить, чтобы ходить. Ну, я понял. Ну, я помню. Так, все, я готов. Он уже был в видео, но для конкурса можно. Даже если видео будет. Сейчас фиксацию отключу. А ты... Так, ну что он умеет? Что в нем изменилось? Теперь у него восстанавливаются конечности. Вот, к примеру, ситуация. Пал рука. Просто, по-моему, у нас кейпад 5. Просто цепляем гарпуном. И восстанавливается конечность, да? Так и восстанавливается. Вообще, идея моего друга, то, что он тоже Евангелион настроил. Ну, это очень классная идея, то, что восстанавливаются конечности. А еще что он умеет? Сильно хорошо. Ну, остальное, то, что до этого было в пушке, то есть... На молоте, еще чего? Да. Летать? Да, ну, это, ну, как ускорение вперед. Ну да, и летать. А, он прыгает. Ну, самое прыгает. Лучшее, конечно, положение для турбины я выбрал, чтобы летать. И? И на С у него гарпуны на руках. Ну, точнее, на руках. Нет, не на С, это запасная... Стой, а можно я поуправляю? Поменяемся местами, типа. Давай. И он, как он, падает. Ну, давай, загружай. Так, давай я попробую тогда им поуправлять. Отключай фи... А, нет, то есть сначала торт поставь. Я сейчас в него залезаю и будем, ну, смотреть. Собственно, летает там, что такое. Ага. Так, вот, ты мне только скажешь, на какие кнопки нажимать. F, думаю, это пушки. Ну, да, типа, молот взрывается. Вот сейчас, если PvP включить. Ну, если PvP включить, то молот просто, да, взорвется. Да, потому что из-за меня это будет. Прими режим общего строительства. Принял. Сейчас я на одной стороне пушки уберу пушки. Тогда будет все нормально. Ой, полмолота откосил. Так, ладно, поехали. Сейчас я попробую, вот, ПВП тоже включи надо. Очень. Срочно прям надо включить ПВП. Так, ну, отключаем фиксацию. Так, отключаю. Так, получается, давай, иди к тому роботу. Вот он может стрелять, ну только я, у нас ПВП, так что... А как конечности убирать? А, это просто в бою, они отваливаются. А, ну да, если так подобьют. Да, демонстрирую. Какую кнопку нажимать, чтобы починить руку? Кейпад 5. Так, стреляю вон туда и присоединяю. Все, я починил руку. Ой. Вот, я остановил себе конечность. Давай другую сломаю. Допустим, вот эту конечность потерял. Куда нажимать? На кейпад 4. Так, нажал на кейпад 4. Нет. Кейпад 4, это там она осталась. То есть, это уже кейпад 1. А, понял. Ну, я просто уже нажал на кейпад 1. На кейпад 4, то есть. Ну, вот я поднимаю. Вот так, да? И вот я установил еще одну конечность. Брат, вот это похожая голова. Это, ой. Вот, это похожая голова от кукловода. Штука, конечно, в бою немного бесполезна, потому что если попадут по гарпуну, то уже как бы ничего не сможешь сделать с этим. Ну да. Что-то тут все-таки непонятно. Я говорю то, что как бы слабое место это ядро, говорил. Так, ну еще. Это аниме тоже было. Так, получается, что он может? Так, сейчас. Сейчас его. На H русскую. Он может этот летать? Он может летать, ну типа прыгать. Он может бежать вперед. Он может бить молотом, восстанавливать все конечности. Только это не очень. Так спасает так особо, но выглядит прикольно, сама идея прикольная. И может вот так вот погибнуть. Так, ну давай попробуем на билд-робот пройти тогда. Так делается со всеми роботами, по идее. 100% пройдет до конца. Ну, давай, кто будет управлять? Наверное, я. Давай, сзади ускоритель еще поставлю красный. Побыстрее было. Надо их кнопки привязать, сейчас поставлю. Сейчас, пусть будет на... Откуда у тебя шарики в виде звезд? А это этот, давно, короче, был такой ивент, что ли. А, ладно, ладно. Они временные были. Так, дальше что тут еще? Я еще раньше думал, то, что они временные для этого использования, поэтому я их много не закупал. Теперь этот, торчик поставил, да? Готов? Да, поставил. Кнопку готов нажимать? Стой, возьми джетпак, стой, сейчас я выключу это. Подожди.
секунду. С помощью этого джетпака, который я сейчас прям перед тобой поставлю, ты будешь вот так очень много раз нажимать подпрыгнуть и будешь подниматься, чтобы быстрее перемещаться. Давай, готов? Полетели. Давай, бьютебот, пройдем. Сможет или нет? Так, ну пока что идет нормально, даже не поломался. Подпрыгивай, очень много раз на пробел нажимай. Много-много-много прям раз нажимай. Как будто тебе на что-то надо кликать. Тогда ты будешь подниматься вверх. Делай это не сильно помогает. Должно помогать. Чуть не помогает? Надо было, чтобы я управлял. Просто я знаю, как этим джетпаком летать. Так, включаю. Давай, один буст только хватит. Ну видишь, мы как-то медленно идем. Сейчас я всеми пушками препятствия поломаю. Мне кажется, мы не получим золото от этого. Он слишком высокий. Не, нормальный он. Ты прыгай много раз, чтобы подниматься вверх. Прыгаю. Ты звуки должен слышать, как я подпрыгиваю. Да, слышу. Вон, вижу даже. Ну ладно, ускорители кончились, давай расцветнимся или что? О, я научился! Наконец-то, но только поздно, ускорителей уже нету. Это поздно. Ну можем так-то этот, нажми на H. На А? Чтобы у меня кресло сломалось. А да? Ну да. Че, давай попробуем еще раз, ну только я попробую поуправлять. А, он падает, прям, блин, я сейчас стану кормом крокодилов. Это плохо. Все, меня крокодил съел. Так, заново загрузи. Ас, я долечу на нем до конца. Друг тоже хотел с подобной постройкой участвовать, но вроде у него времени не хватило доделать. А, какой друг? Что-то подобное. Миша, который мне еще вот эту идею дал. А, ну если хочет, тоже может участвовать, если напишет. Так, отключай фиксацию тогда. Кажется, убери тортик. Почему? Не тортик, а стул я имею в виду. А, я не могу, я отключил этот. Сейчас, подожди. Не рыбать. А, мне кажется, ускорители очень такие большие. Нет. Сейчас, подожди. Попробуем без молота лучше, он нам мешать будет. Убери. Сейчас, я фиксацию отключу. Нет, что-то не получается подпрыгивать. Ну ладно, давай так попробуем. А помнишь, чтобы вверх летать? Включи это, чтобы вверх лететь. Ну, поможет. Что-то немного уже поздновато ты это сказал. Почему? Сломалось? Нет, немного сделали. Кресло сломалось? Эта штука сбивает. А, я понял. Так, готов все удалять ракету тогда? Сейчас. Надо наверх подняться. Давай наверх поднимаемся и теперь... Включай ракету. Давай, давай. Мы почти дошли, там уже другой дошел. Лучше бы я бы с ним, наверное, остался. Так, полетели? Давай, уже почти дошли, чуть-чуть осталось. Там прошлый остался еще робот. Так, ну давай, полетели. Все, хватит. Теперь на... А, ускорители кончились. Ну все, мы прошли билд-а-бот на этом роботе. Так, сейчас тут проиграем. Ну вот, мы прошли билд-а-бот, получаем золото. На, забирай. И получается, на нем можно пройти билд-а-бот. Знаешь, хочу кое-что сказать. Наверное, выиграл. Скорее всего, если я выиграю, то это в основном будут анимешники какие-то за меня голосовать, которые за аниме шарят.